Извини, что не получилось все отправить сразу. Я просто не очень умен. Тут очень много еще всего. И вот больших картин, которые особенно важны для галереи, для коллект, для тебя вообще просто отправить. Особенно большие картины. Это только одна из сотен. Они в гараже в этом, который я показывал. Я настолько переволновался. Купил Тархун. Купил Эсса. Не одобряю. Сигареты по этот Честерфилд. Здесь очень много. Я сейчас, если я буду их тревожить, они могут испортиться. Лучше не тревожить. Здесь очень много. Извини, что так я задерживаюсь. Я дурачок, и просто ты... Я все для тебя готов отдать. Потому что больше нет реально никого. Потому что в этом городе реально, и в Москве я общался вот недавно, и вот реально нет никого, кто бы ценил мои картины, никого вообще. Просто ноль. Даже унижали, называли мои картины картинками. Вот посмотри, вот эта картинка, да? Вот посмотри, какая. Это одна из сотен. Картинка, да? Как можно еще лучше синдром беспокойных ног изобразить? Как можно еще лучше вот этот ужас, который происходит, изобразить? Когда нам Симоньян угрожало все это, финал эволюции, что происходит. И извини меня, что тебе приходится ездить в СДЭК этот. Я перекину тебе, сколько там надо за оплату, за доставку.